У меня есть чуйка какая-то иногда. И сейчас мне кажется, что в этом открытии, в этом ролике нож упадет. Вот сейчас нож будет. Один, два. Привет, я Шок. И вы набрали под прошлым роликом 34 тысячи лайков. Это 70 открытий, ну примерно. Поэтому сегодня мы это будем делать. Если что, мы будем открывать новые кейсы, которые называются Fracture Case. По-русски, на русском это излом, перелом. И сегодня со мной Эрик. Добрый день. Сразу дам лайфхак. Если вы ютубер, пожалуйста, не снимайте квартиру на первом этаже, либо на втором, либо на третьем. Посмотрите, он разговаривает. Давай микрофон просто включи, ты все поймешь. Кошмар какой-то, чувак, это кошмар. Ладно, чуваки, давайте начинать. Мы сейчас будем открывать все эти кейсы. Я очень надеюсь, что сегодня упадет одно тайное и один ножик. Вот это моя цель, гребаная цель. Ну а пока... Три тайных то ножа. Ну а пока, ребят, продолжения с кейсами не будет, потому что ну куда еще, куда больше двух роликов про кейсы снимать. Но просто попрошу тебя поставить лайк. Ну а мы полетели, я открываю сейчас эти кейсы. Первое открытие сейчас пойдет. Первое открытие. И здесь Галил. Нет, Галил. А почему переименовали? Он же Галилар был раньше. Конечно, а сейчас но это было неиграбельно, или... дружище. Неиграбельно? Конечно. О чем ты вообще, дружище? О чем ты? Давай четвертый кейс. Четвертый ключ, четвертый кейс. Четвертый кейс, четвертый ключ. Не-не, только не эта тема, чувак. Только не эта тема. Да это не. Ладно, я не буду с тобой спорить. Четвертый кейс. Первый ключ. Четвертый кейс, четвертый ключ. Ладно, это такая тупая, бесполезная тема. Потому что это совсем не так работает. Сейчас увидишь, сейчас увидишься. Почему я рад, что у тебя не зашло? Я трачу свои деньги, задумайся. Yes. Yes. Понял, Топовский? Да. Топовский. Что, дрэк? Кстати, умники, которые мне писали комментарии по поводу «Эрик, ты дебил, потому что ты называешь дебилем». Короче, такая ситуация, там такие кринжовые комментарии были. Зачем ты оскорбляешь человека, который купил у тебя дигл? Да. Короче, в итоге, этот дигл, который я продал за $300, он сейчас стоит 250 по максимальной цене. То есть, я в плюсе. Все, больше этот дигл дороже не будет стоить. Мы его продали очень вовремя. Поэтому, если мне сейчас что-то упадет, я его продам сразу же. Потому что это новый кейс, это новые скины, это ценники, которые еще не стабилизировались. И это все создается стихийно, временно. Но на синьку, конечно... О, кстати, контракты будут сегодня очень люто. Синий? Да. Синий контракт. Люто, да. О, наконец-то, статрек прямо за... Но он, кстати, убитый какой-то, он очень убитый после полевых. Ну, скид пиздатый. Ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях. О, да! Да! Хорошо, ты видел, что там глок был? Клянусь, я думал, перелетит. Я просто думал, что он перелетит. Да? Сколько он стоит? 200. 195, чувак. На самом деле кейс неудачный. Если считать по тому, сколько скины стоят, он неудачный. Единственное, самое дорогое здесь $400 примерно стоит. Стартрек Дигл стоит $400. Ну тут только Глок, Максим, красивый, не? Тут нож надо только выбивать, но ножи такие же есть в закладке. Ну сейчас выпадет, смотри, кстати. Я сейчас очень часто серфлю, кстати, на Сабишоке. Уже прохожу легче карты. И у меня есть вопрос такой, чуваки. Что если я буду записывать на лайв-канал, который пустует уже 4 месяца? Как я прохожу карты? Я такое пробовал записывать, но еще не публиковал. Мне вот интересно, вам интересно смотреть на то, как я прохожу карты? Потому что карт много, карты красивые. Ну и плюс, когда вы смотрите, вы по сути учитесь, как правильно делать. А я же тоже ученик. И можем развиваться вместе. Короче, напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы это смотрите, как мне правильно это снимать, чтобы было бы вам больше, ну, более интересно. Спасибо, Глок! Так, ну что еще хотел вам сказать, чуваки? Хочу стримить уже совсем скоро. Я взял перерыв, как вы помните, на месяца два. Я вернусь 20 августа, что-то такое. И буду стримить на Твиче, либо на Ютубе. Я еще не определился, где буду продолжать. Но, конечно, в идеале стримить вначале на YouTube, потом идти на Twitch. Это идеально. Потому что те же кейсы открывать можно. Кстати, как насчет стрима с кейсами вот этими? Может быть, провести? Но... Ты контракты с статреком можешь сделать, я думаю. Да, что-то. Да. Но по памяти, когда я делаю стримы с открытием кейсов, это не смотрят. Люди смотрят хорошо контракты, на самом деле. Но контракт такая тема, потому что набирается онлайн, и в одну же секунду, как только ты скрафтил что-то, он падает. А кейсы стабильно держатся низко. Ну и при выпадении чего-то интересного онлайн подскакивает. Сарафанное радио. О, Шок выбил что-то вот и так далее. А сегодня выбьешь что-то? Бля, ну слушай, пиздец, ты слышишь? Да. Нам должен упасть еще $400, да, что мы купились бы? То есть нам нужно еще два тайных, либо один нож, дорогой. В этом прикол. Вот сейчас нож будет. Один,
два. У меня есть чуйка какая-то иногда. И сейчас мне кажется, что в этом открытии, в этом ролике нож упадет. О, красное, да, что-то было? Слушай, придется продавать калаш. Даже не MP5. Я боюсь нажать закрыть. Хочется все-таки увидеть желтое. Блин, а какая уверенность там, ужасная. Сегодня или нет? Какая уверенность ужасная. Зачем я верю, что упадет? Ну просто какая-то, знаешь, чуйка, чуйка немножечко есть. Так, статрек. Хорошо, сколько он стоит? Я опять думал, что он перелетит. После полевых. Ну, моя ставка 100. 50. 29? Он очень красиво выглядит. Блин, ну он не выглядит на 29. Правда не выглядит. Ну, пишу. Ну, он потрёпанный есть такой. Да нет, а я не нужен прямо завода, будет стоить даже хоть $100. Вот максимум сотка. А, и статрек прямо завода, я думаю, 150 будет. Не, я верил в него побольше. Знаешь теорию? Если не общаться во время открытия, он упадет. Так. Фух. Прямо сейчас начнется последнее открытие кейсов. 6 штук. Погнали. Я серьезный. Я уже не понимаю, что происходит. Сотый кейс, наверное, уже пошел. Давай. Ножик. Вот желтый, появись. Вот немножечко. Не думай о нем. Вода. Тут вода. Вода, она вкусная. Она... Нормально. Она полезная. Вообще нужно пить 2 литра в день воды. И... Тебе это упростит жизнь. Можно даже похудеть из-за этого. Не пей всякие газировки. Пей воду. Водичка — это вкусно. Дешево, кстати. Тикток, привет. Это открытие кейсов. И сейчас мне упадет ножик, потому что эта игра читабельна. Вау! Вау! О. Мы сейчас можем хоть какой-то плюс поймать на контракте. Даже не плюс, а хоть как-то купить что-то, хоть $1. Очень плохо сейчас идет. Я не ожидал. Но у меня чуйка все-таки остается. Блин, ты видишь это? Оу. Прямо с завода. А, не, после полевых. Ну, я думаю, 150. Ну, 150. 94. Латиши передумали. Так, эта стратегия никогда не ошибалась. Открою кейс левой рукой. Мне сказали в Альфа на почте, что именно так сделают. За бурю, затишье. Спасибо. За затишьем перед бурей. Спасибо. Эрик, что я сделал не так? Что? Стой, где я провинился? Что такое это? Ну, последний кейс, ну, пожалуйста, ну... Последний кейс. Вот, серьезно, последний кейс. Я открываю. Ай, ну пожалуйста, последний кейс. Ну давайте для окончания. Ну, брат, вот собрадуйся, нож. Короче, чуваки, все, мне не повезло. Мне не повезло. Я открыл 100 кейсов, мне ничего не выпало. Просто ничего. Из всего открытия у нас ничего. Я все продал и все в контракт. Вообще. То есть, по сути, мы сегодня потеряли огромную сумму. Я даже не хочу вспоминать эту сумму. Все, забыли. Я не знаю, когда он подешевеет, я открою побольше кейсов. Но сейчас, ну это бред. Я уже попробовал свою удачу, не получилось. Спасибо всем, кто смотрел этот ролик. Я не остановлюсь на этом, я буду пробовать еще, но не сейчас. Он стоит очень дорого, я потеряю просто деньги на том, что я капризничаю сейчас. И нужно подождать. $8 это реально много за один кейс. Спасибо, кто смотрел этот ролик. С вами был я, Шок. Ждите новый ролик, он выйдет уже завтра.